Челябинка обвинила в смерти сына военных. По словам Ольги Бочкаревой, контрактника отравили неизвестные. Женщина рассказала нашему корреспонденту, что в части в Нижегородской области якобы издевались над солдатами, забирали деньги и оформляли микрокредиты. По словам матери, военные тянули из госпитализации парня. Я знаю, что его убили. Его просто убили. Он этого никогда в жизни не делал. Его даже в голове этого не было. Ну, контрактная часть. Мы не думаем, что там дедовщина, еще что-то. И он был контрактником уже. И то, что вот такое вот было. И плюс ко всему, он 8 числа хотел оттуда сбежать. Я ему деньги даже высылала. Метание было какое-то. Либо его цепанули и вернули. Я не знаю, что это было. Он потом об этом молчал. Последние несколько дней Ольга не могла связаться с сыном. Он отвечал короткими смс. Позже позвонили уже из военной части и рассказали о трагедии. Правозащитники в таких случаях советуют как можно быстрее обращаться в прокуратуру. Военную прокуратуру писать заявление однозначно. Просто вариантов нет никаких. Сразу бегом бежать. Все-таки военная прокуратура работает. Я ничего другого сказать не могу. Военно-следственный отдел работает, разбирается со всеми. У них работы не убавляется никогда, к сожалению. По факту трагедии возбудили уголовное дело. В штабе Западного военного округа уверены, военнослужащий погиб после употребления суррогатного спирта.